Добрый день, дорогие друзья! Сегодня будем вместе с вами готовить бастурму. Это вырезка из различных видов мяса. Пошли готовить! Берем мясо. У меня филе индейки и курицы. Промываем мясо холодной водой, а затем бумажными полотенцами убираем всю лишнюю воду, а также лишние жиры, если есть. Берем контейнер, желательно с крышкой. Дно контейнера засыпаем солью. Я беру соль крупную, морскую. На соль выкладываем мясо и засыпаем сверху соль. Накрываем контейнер крышкой и ставим мясо в холодильник на 2 дня. Через 2 дня достаем из холодильника мясо, открываем контейнер и видим, что мясо полностью в воде. Это потому, что мясо, находясь в соли, выделяет всю лишнюю жидкость. Эту жидкость сливаем. На дно контейнера засыпаем еще чуть-чуть соль. Обратно кладем мясо. Сверху тоже засыпаем соль. Закрываем крышкой. Повторяем. Убираем в холодильник еще на день. На следующий день достаем мясо. Если больше нет жидкости, значит мясо посолилось и готово к прессу. Достаем мясо из контейнера, убираем соль. И промываем. Кладем на салфетки . Хорошо сушим каждый кусок. И каждый кусок мяса обворачиваем бумажным полотенцем.
Мясо укладываем на доску. Сверху накрываем другой доской и кладем что-нибудь тяжелое. Можно гантельки, как у меня, весом 8 килограмм. Всю эту конструкцию помещаем в холодильник на 2 дня. Через 2 дня достаем, разбираем. Разворачиваем. Протыкаем отверстия в мясе шпажками для провязывания нитками. Наше мясо готово. Готовим чаман. Берем глубокую тарелку, в которой удобно будет готовить тесто из специй. И кладем в нее сладкий перец, паприку, чаман, пажитник, красный острый перец, черный перец, муку, соль. Все это перемешиваем. Постепенно добавляем воду и продолжаем перемешивать. Добавляем чеснок, еще раз перемешиваем. Готовая смесь должен быть по густоте, как сметана. Мясо хорошо смазываем специями.
кладем в контейнер. В такой же последовательности поступаем с остальными кусочками мяса. Накрываем контейнер крышкой и убираем в холодильник еще на день, чтобы мясо промариновалось. На следующий день достаем мясо из холодильника. И с помощью ножа или просто мокрой рукой разравниваем специи. Вешаем будущую бастурму сохнуть. Я вешаю на сушилку для белья. Сохнут бастурма 5-6 дней. Зависит от толщины мяса. Вот так они выглядят на следующий день. А вот так через 5 дней.
Бастурму можно хранить месяц в холодильнике и полгода в морозильнике. Спасибо, что смотрели видео. И вот, спустя 1,5 недели мы имеем великолепный результат. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте ваши комментарии. Если понравилось наше видео, поставьте палец вверх. Включите колокольчик, чтобы не пропустить наши новые вкусные видео. До новых встреч!